Здравствуйте, братишки и сестренки! Сегодня я расскажу вам о топ-5 аниме, которые в последней серии дали намек на продолжение. Но продолжения, увы, не будет. А если будет, то не скоро. Такие аниме я называю незаконченными, так как сюжет не полностью рассказан. Бери своего пегаса и гоняй на него. Начну, пожалуй, с аниме Темного. Очень пиздатое аниме. Те, кто его не смотрел, вы много чего теряли. Перейдем ли к самой сути. У аниме есть 2 сезона и несколько ов. Можно считать их как отдельный сезон, так как они предыстории второго сезона. Ну и в общем, в конце второго сезона нам показывают пиздец конец. Ну и в один момент показали одного парня, который воскрес, и о котором на протяжении всего второго сезона шла речь. Нам также показали измененную реальность. Но увы, аниме просто на этом оборвалось. Нам не покажут продолжение истории и почему они все боялись этого парня. Нет, конечно, вы можете почитать мангу, если, конечно, там есть продолжение, так как мангу я не читал. Дальше по списку идет аниме «Аватар короля». Тоже очень интересное аниме, но со специфичной рисовкой. В аниме есть один сезон с 12 эпизодами и типа второго сезона с 3 ор. Хотя и первый сезон был он. Но как сказать, начали они интересно. Ты сидишь смотришь первый сезон, и на 12 серии обрывается все. Нету ни продолжения, ничего. Я тогда расстроился и думал все, что все приплыл корабль Кайф. Ну, увидел продолжение, думаю, что хоть там мне расскажут продолжение первого сезона. Но нет, те 3 серии тоже отдельная история. Также не закончено. Облом на обломе, ничего не скажу. Маги, кстати, вроде тоже нет. На третьем месте у меня маги, волшебный забит. Очень угарное и годное аниме, шикарный, это пизда, кишек, рисовка, у которого есть 2 сезона. Первый сезон был окончен, хуенно. Но второй сезон не был до конца рассказан. И маги там еще заебись как. Можно читать пустую так вот. Второй сезон тоже окончен. И знаете что? Авторы решили не заебать с предложением и сделали несколько ов и один об истории одного из аниме персонажей. Не, я конечно кайфанул от этого, но блять, я хочу продолжение Аладдина и Али-Бабы. Кстати, после этого аниме я впервые суп прочитал мангу. На четвертом месте аниме «Страна чудес смерти». Когда-то я пиздец ходил, но иногда времени нет, а потом уже и название, но вот на выходных я все же решил его смотреть. Да так, что за одну ночь весь сезон пересмотрел. Аниме годное, но как, герои выше обрываются и не рассказывают нам весь сюжет. Прикиньте, всю анимеху гадал, кто главный злодей. В конце его показали и все, блять, дальше опять же мангу читать продолжение не будет. Ты не узнаешь, почему он стал злодеем, умер он или нет, но аниме стоит того, чтобы посмотреть. И да, там есть много крови. Ну и на последнем месте аниме Моб Психо 100. Если не ошибаюсь, его создатель тот, кто создал Ван Панчмена. Там тоже есть главный герой, которого хер убьешь, который пиздец сильный. Ну да, опять же, сюжет годный, рисовка такое себе. После 5 серии я получал оргазм, юмор тот же был на высоте. Но давайте расскажу, почему я внес его в топ. Потому что в конце аниме нам начали показывать организацию, которая хотела заполучить нашего главного героя. Ну и короче, наш главный герой убил их всех. Но в конце нам рассказали, что это была лишь их маленькая компашка пидорас. И в мире еще много таких. Также нам показали главного злодея этой банды. Ну и в общем, в конце наши главные герои начали собирать свою тиму. Дабы бороться с ним, и все. Дальше аниме закончилось, и бы нихуй получать оргазм от годного сюжета. Ну а на этом все. Возможно, вы возьмете себе на заметку некоторые аниме и посмотрите. Но главное, не ожидайте от них полного сюжета. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.